А вот реально, один пусть следит из машины. Ну почти, да, тут трое там, я не знаю. Пусть один сидит там с перетбоксом, я не знаю. Ну, я не знаю, типа, этот ЕМФ, он до пятерки почти никогда не доходит. Ну, я просто не понимаю, что делать, если рассудок маленький. Типа, сейчас мы сдохнем неизбежно. На карту, я не знаю, а другой на камеру и все такое. Уф, сок. Типа, возложите в комнату, зайдите, рядом стоит, поставьте и... Мы сдохнем неизбежно, если рассудок маленький. Короче, все, давайте готовиться. Выберите карту. Погнали. Мне добавить не просто. 2 на 2 играть. Типа 2 машины, 2. Ну, смотри, надо все-таки покупать и благовоние. А благовоние нужно, чтобы ослабить против этого призрака. Благовоние зажечь надо. Что возьму? Я возьму. Я возьму. Я возьму. Я не знаю, что возьму. Что взять? Я благовоние не куплю. Во-первых. А, мощный фонарь нельзя. Ладно, я возьму успокоительное все же. А, нельзя. Не надо успокоиться. Я возьму... Возьмите соль. Я возьму зажигалку. Фонарик. Че еще здесь? Я не знаю даже. С видеокамер мало. Может, еще одну купим? Вы здесь? Да. Слышите? У меня есть бабки, я могу чуваки, купить. Чуваки. Не слышу, не слышу. Я могу купить. Что купить? Камеру. Не думаю, вот я не знаю, что это делать. Лучше второй детектор EMP может взять? Ну... Но... пока не стоит. В общем-то, у нас что есть? У нас благовоние нужно, зажигалку я купил. На всякий случай, чтобы оставить призрака. Фонарики у нас есть. Купил один. Вот, надо дождаться этого. Торула. И Севера. Торула в игре не слышно. Я один не слышу. Торул здесь вообще. Попробуй в настройках игры выбрать свой микрофон. Там ты можешь переключить один настройки. Оно не здесь во время игры уже. Стройки там есть выбор микрофонов. Исаев, ты здесь? Я сейчас. Ты здесь? Что запускается? Я тоже молчу. Исаев, выбери карту. Формитесь. Исаев. Выбрал. Карту выбери. Да, выбрал. Вы добавьте предметы. Я купил всем фонарики. Окей. Я купил один тоже. А, ну. Запускай. Я Пробл, ты слышишь? Кивни головой, если ты слышишь. В настройках игры, когда зайдем, выбери там микрофон, попробуй. Там есть зона между микрофоном. Когда зайдем, попробуй. Мы тогда начинаем. Да, Тога, слышишь, зайди в настройки, параметры, аудио, а его здесь нет. О, нет. А, вот. Вот, Тога. А, все. Я слышу, само собой, там, мьют. Палочку на мьют. А, окей. Шум, дикий шум. Я беру благовоние. Отпускай микрофон, когда не говоришь, Тога. Я беру благовоние. Сейчас поговорим. Блокнот. Слушайте, возьмите зажигалку. Зажигалку.
Надо пожечь благовоние, всякие пожары. Как? У нас нужно сфотографировать? А во времени мало, работайте. Свечи нет, мать твою. Свечи у нас нет. Я оставлю книжку. Вот здесь на столе, около телефона. А что-то нельзя. А, не оставил, все. Оставил камеру. Благовоние, если что, подожжу. А, я зажигалку возьму. Кто взял зажигалку? Зажигалку кто взял? Меня. Зажигалку пропуска. Меня убил. Окей, Торл, дашь мне зажигалку? Благовоние в машине просто. Окей, и у меня здесь благовоние, я взял. Все, спасибо за зажигалку. Как его пожечь, просто интересно. А как пожечь благовоние? А, все, я пожег. Зачем? Я псих. Зажигалка не нужна, чтобы пожечь благовоние. Я его истратил. Пойду возьму другой. У нас надо свечу найти. Чтоб языка подошел. Так, я посмотрю за временем. Отпускай микрофон. Активность была. Активность 3%. Где? Где, не знаю, но активность была. Кстати, где аккумулятор? Мы не проверили. Сейчас я посмотрю. Так, ящик. Да, ящик на втором этаже. В комнате поднимаешься. Ходишь назад налево. Нет, поднимаешься направо. Самый крайний комп. Вот, иди направо. Прямо. Право. Иди вперед. Нет. Через дверь. Все, он впереди слева. В другой комнате. Прямо. Не, иди прямо. Кто-то свет выключил. Иди прямо. Налево. Прямо. И слева будет. В центре комнаты слева. Ага. Все, Торл сейчас включит. Как звали призрака? Торл включил. Как звали призрака? Манты в фургоне, скажи. Я спрошу, я сейчас посмотрю. Что? Где призрак? Как звали его? Кэрол Робертс. Он отвечает всем. Кэрол Робертс, да. Я сейчас благовоние подожгу. Кэрол Робертс. Кто-то может? Все. Жигалка нам, в принципе, незачем. Она кому отвечает? Чуваки, мы задание не сможем выполнить. У нас зажигалки... Ой, свечки нет. Всем отвечает. Ну что, денег заработаем. Где-то была. Я зажигалку выкидываю в грузовик. В принципе, нам незачем. Карл Робертс. Кто-то сидите в грузовике. У меня благовоние в руках, типа я что его подожгу, так что я все же сидеть не буду. У тебя есть этот пустые руки? Да, сейчас есть. Забери EMF, я буду сидеть в грузовике тогда. Окей. Я у входа. Я у входа. Я выкидываю EMF в кода. Окей, все, я взял. Ну что, пошли. Сейф. Идем на второй этаж. Да, следом всему это второй этаж. Зови его. Ребят, у нас минута еще есть. Кого вызвать собрались? Карл Робертс. Ой. Карл Робертс. Здесь. Ответил. Слышал? Мне ответил. Активности нет. Она, кажется, спрашивай. Исчез. Он исчез. Активность нулевая. У кого фотокамера? Карл у кого фотка? Робертс. Камера у кого? Сюда иди. Сфоткай стекла. Карл Робертс. Стекло разбитое. Может быть, надо будет. Кто здесь? Карл Робертс. Фотик, да, у кого? Она смерть говорит. Она мне, по-моему, без цвета отвечает. Фотик у кого? Смерть, фотик, сюда идите. Сюда. С фотиком. Сфоткай вот это. Стекло разбитое, может, надо будет. Записывайте это, вот эта комната. Активность паранормальная, нулевая. Она отвечает мне. Окей. Но она отвечает, она разговаривает. Да, в этой комнате. Запомните ее. Позови ее. Карл Робертс. Кукловоду тоже сфоткай. Фотик, как бы, себе.
руку с фоткой. Да, Исай, спроси у нее, где она. Спроси у нее, где она на английском. Вы спиритбокс не взяли? Старая, она старая. Призрак старый. Тору с фоткой этот, к выводу. Я спросил. Она говорит, что она старая. Сейчас сколько у нас рассудок? Нужно узнать, где она. Активность нулевая. Она типа отвесит, где она? Началось, короче, время вышло. Where are you? Возьму блокнот. О, минусовой не было. Ты зря отмечал. Это Карл. Второй этаж. Карл. Карл. Where are you? Я блокнот поставил в эту комнату. На кровать. Посмотрим. Карл. Карл. Старая, она говорит, да, чтобы подойти, призрака поможет. Where are you, Карл? Oh, well, она не говорит. Тут эту хуйню зеленую штуку камеру принесите сюда, чтобы не дядя следил за... Спикер. Спроси у нее, где она, чтобы мы к какому-то нашли. Так, я 500 раз спросил, она не отвечает, она просто говорит... Давай еще раз. Попробуй. Акцент, наверное. Возьми, ты попробуй. Давай, не толпитесь, ребят. Ниже там написано, что она стеснительная или нет? Поговоришь? Она всем отвечает, ребят. Она всем отвечает. Ну да, она мне ответила. Старая смерть. Все. Стайв, Эльма, установите камеру и Dot Sorb, чтобы Ниже смотрел. Призрак, когда там ходит. Это зеленая штука. Ой, Dot Sorb. А, я понял. Установите с камерой, чтобы не джат. Камера не у меня. Я не знаю, где камера. Нет, камера в гостиной. Камера в гостиной. Мы определили комнату, где она. Поставьте туда камеру, потому что... Камеру заберите, она в книжной полке в гостиной. Не джат госторб, знаешь, как книжной работает? Полки. В столовой, там где вот, вот кто камера. Пришел. Возьмите камеру. Камеру возьмите, ребят. Сейф, можешь взять камеру вместо фонарика ультралитового? Так я не вижу камеру. Она здесь, иди к нам. Гостиной. Камеру оставили, ребят. Вон там. Ничего. Госторб, знаешь, как работает? Как? Когда на камеру Night Vision включаешь, там маленькие такие пылинки падают. Если падают, то это госторб. Живую комнату. Да, пошли. Еще стрим, чтобы не зажечь. Комната здесь. Пылинки падают, говоришь? Да. Записи нет в блокноте. Положите камеру. Его лучше на полу установить, Торл. Его лучше на полу в центре комнаты установить, мне кажется. И камеру кто-то в угол ставит. А, у меня зажигалки нет. А где? Ай, да, я не могу пожечь. Пойду заберу свой нормальный фонарь. Запреду. Фонарь мигает сам. Только что. Я сейчас приду. Зажигалку возьму. EMP. Кто-то ходите с EMP, ребят. EMF, точнее. Ребят, можешь включить стрим? Я, в принципе, тоже могу. Идем в ее комнату, слышите? Карл Робертс. Камеру плохо поставили, ребят. Но... Камера плохо стоит, пацаны. Поменяйте, пожалуйста. Но она еще разговаривает, короче, да. Старый. Зажег благовоние. Посмотрим, что происходит. Задавай вопросы. Кинь его. Ты же уже зажег. Опа. Двоечка. Сколько? Да, ребят, двоечка. Двойка. Двойка, ищи тогда, ищи. Она в этой комнате. Идем вместе, у меня нету фонарика. Камеру лучше поставьте. Фонарик лучше поставьте камеру. Фонарик дайте мне. Кто-то выкиньте фонарик она и попрошу. Она пишет. Отмечайте, она записала. Она написала блокнот. Отмечайте в журнале. Я отметил. Сфоткайте то, что написала. Мне кажется, это тоже улика. Да, сфоткай. Камеру поправь. Как куда ее поставить? Ну чуть-чуть, как будто ближе, на край стола поставь. А где камера? Где камера? Можешь, в принципе, на пол поставить, мне кажется. Я их поправил, как сейчас. У меня фонарика нет, фак.
Еще поправить или как? Фонарик в грузовике, чувак. Сейчас запрету, просто я боюсь. Узурпатор Сэнити маленькая, лысый из Нави тоже. Как у тебя сейчас этот камера стоит, нормально? Ну, терпимо. Пацаны, она у вас, она у вас, ребята, она у вас, она у вас. Сейчас приду. Она там, где этот. Что у камеры? Что у камеры? Она там. Нет, видишь? Гостор справа сверху. Линка была. Я иду и сайт. Да, видишь? Да. Гостор, отметь. Отметь Гостор. Это мэр. Да, пацаны, это мэр. Нашли, нашли. Исаев, она где? Ты где? Ты живой? Я кто живу. В комнате, где камера? Кто в комнате, где камера? Это я. Я с Саевом. У тебя станет 41. Уходи, Саев. Она там. Она в этой комнате была. Она наступила. Сфоткай след. Сфоткай след, уходим. А что нам делать сейчас? Какие задания есть? Да, вот эти пылинки, это точно Гостор? Ты уверен? Вот эти. Да, это 100%. Дверь закрылась. Она опять там. Она в комнате в этой. Вы камеру оставили, идет. Мы не можем выйти. Дверь закрылась. Она спускается. Надо спрятаться. Закрой дверь. Она в этой комнате была. Ушла. Видите, пинцет десятка. Спрятаться надо, спрятаться. Фонарики выключить. Кто с ЕМФом? А, хотя похер на него, похер. Можешь выкинуть его, он уже не нужен. Я с ЕМФ. Дверь закрыта. Чат, ты можешь дверь открыть? Она открыта, проверь. Какая дверь? Входная. Мы не можем выйти из дома. Иду. Дверь, она открылась. Да, да. Окей, мы идем. Ой, да, я выгляжу, погиб. Нужно сфоткать ее просто. Надо мне записать нас все в блокнот, обработать и потом. Все, есть имя уже ее, все. Мы ее нашли. Надо же сфоткать, задание выполнить. У нас Ghost Writing, Spirit Box и Ghost Orbs. Все, короче. Ходим? Мы ее нашли. Это мэйр. Нет, уходить нет, у нас этот. Подожди, нормальный микрофон, скажи, что ты сказал. Алла, чувак, все, мы нашли ее имя. Окей, как ее зовут? Я не понял. Нашли, да, и мы отметили. У нас три улики, мы нашли ее. Как ее? Кто она? Алла Райтинг, Спирит Бокс и Ghost Orb. Кто она? Мара? Мара. Ты видел огонек, да? Урда сказал, что как-то. Смотри, справа сверху падают эти пылинки. Видишь пылинки? Это Ghost Orb. Не факт, чувак. Орб же это типа зрачки, типа. Причем здесь огонек. Призрачный огонек. Нет, не было. Исай, не видишь, огонек падает там справа сверху. Огонек. Да. Йоха, это фото. Это фонарики начали. Псих. Нет, это Гостор, поверьте, это Гостор. Загуглите, если хотите, прямо сейчас. Где падают? Где ты видишь? Нам нужно. Стоп, ну сейчас нам нужно сфоткать. А у нас закончилась пленка. Кажется. Нахер вы все фоткали подряд? Да задание просто. Задание. Мы определились. Точно. Надо рассудить нам понизить. Ниджат должен пойти. Лысова, почти. Средний рассудок. И у одного из нас. Погнали в том так. Ребят, а нахуя вы, блядь, раз этот всю пленку закончили? Что закончили? Нахуя вы пленку всю ебанули, если вы знали, там, что надо будет ее сфоткать? Там я забыл. Были важные вещи. Без. Отпустите микрофон, кто не говорит. Нужно, короче, мы не можем потушить свечу, потому что свечи нет. Нам нужно достичь рассудка хотя бы. На ревдом. Ну, если учитывать, что мы отгадали имя, то это уже неплохо. Да, это хорошо. Надеемся, что... Нет, я думаю, мы отгадали. Типа, в смысле? Отгадали же. Я прогуглил. Ghost Orb за то, что говорит... Да, я прогуглил. Я отправил в группу. Свет на втором этаже. Идем на второй этаж. На втором этаже. Нельзя должен один ходить в доме, чтобы его упал. И так упадет. Я здесь. Свет,
Камеру заберите, а заплатить придется. Все, я включу свет. Че, можете включить? Можно подвезти в ту комнату. Ответьте меня в ту комнату, один на один с ней. Надо поймать, надо поймать. Оставьте меня с ней. Осталось то. Пленка осталась то. Вот аппаратом, чтобы сфоткать призрака. Я возьму блокнот, чтобы не посвятить, Камеру заберите нахер. Не место, не место. Пленка осталась а, у нас. Термометр здесь. Не она здесь. Ага. Фотоаппарат, фотоаппарат. Котика нет. Маленькая. Злите, злите. А, говори с первым. Перед боксом говори, говори. Включите ей имя. Лучше бежать. Ну, у нас нет ни свечи. Нет фотика. А рассудок сколько? Рассудок без тюмин? А почему на видеокамеру нельзя фоткать? Примеря. А, ну следить надо. У нас пленка закончилась. Короче, да, фотика. А вы просто не фоткайте, да, ебаные эти эвиденсы? Нахер вам? Да, шутка не достигли, Виктор, у тебя 80%. А зачем вы камеру украли, я не понял. Я пошел, алло, давайте. Давай, давай, пошел, пошел. Будем следить. Рассудок надо уменьшать. Да. Рассудок особенно этому, Виктория. Алло, я психовал, я сейчас свой рассудок до минимума доведу. С аппаратом ходи, чтобы хотя бы сфоткать ничего. Нету пленки, у нас пленки нет. А, блин. Тогда давай, удачи. Ты же твои перемещения. Да, да. Да, говори со мной, мне страшно. Outlast, Outlast, Outlast. Активности пока нет. Выключи свет, сиди в темноте, это чтобы шоколад. Рассудок падал. Желательно не в комнате с призраком. Уже нам не нужен температура. Я буду отслеживать. Алла, вы можете смотреть, вы можете смотреть от первого лица. Она здесь. Рассудок твой. Активность поднимается, активность. Тройка, тройка. Найдет, найдет. Активность 10, активность 10. Мне пизда, мне пизда. Активность 10. Мне пизда. Активность 10. Все, я мертв. Сетка. Активность 10. Все упало, 0. Рассудок еще не упал. Арза, вот так и бывает. Пошел, а, он, тяните он 80. Сдох. Виктор сдох. Сэф, вернулся мёртвым. Сэф, 2% рассудок, ты где? Рда, ты слышишь? Суратор, вперед. Вперед. Страх пробасил. А, прямо. Спускайся, давай. О, все, выполнили. А, Эвридж выполнил. Да, пошли, пошли. Предметы взяли? 7%? Не-не, не уходите, подождите, вещи его возьмем, чтобы не терять ничего. А не уходим okay. Прям. Да, я не знаю, как схватил его. Алла, да, скажи им, чтобы они этот отметили мэр. Чтобы они отметили мэр. Да это банка, она ниже. Да, я у них замучен. Скажи им, чтобы а, они мэр отметили. Я застрял, я застрял. А, мэр отмети, мэр отмети. Мэр отмети, что призрак мэр. Тебе ханал. Может открыть? Сейчас. Не могу, она закрыта. Я ее перед тобой закрыл специально, но она потом случайно закрылась. Я мертв. Беги, она идет за тобой. Она идет, она... Уходи, Эльман, убегай. Я умер. Нет. Все, это челик мертв. Мертв. Ой, скример жесткий. Молчит. Умер. Подайте мне знак консервы вот этой. Вот этой. Вот этой консервы. Сдох. Все, давай. Если это ты, то ты я здесь, я мертв. Все, все, пошли призрак. Ну, Антон, ты здесь? Я его вещи пошел брать. Антон, ты живой? А кто мертв, ребят? Кто умер? Эльман. Меня грохнули. Я зашел за твоими вещами, меня грохнули. А нахер так далеко ты зашел? Да, я тупой. Не думал, что дверь закрылась. С ЕМФом надо было ходить. А я с ним и ходил. Заеб-то. Алла, ну хотя бы эвридж достигли, да, меньше 25. Да, да. Меньше 25, я на 2%. Алло, я ушел с этим, с average меньше. Я ушел с average, цените 80. Алло, вернулся мертвым. Кто это закрывает, ты? Или это они? Активность была 0, 10, потом 0. Чего не делать? Они писали. Ладно, возьми этот фонарь, пойдем. Алло, возьмите айтемы и все, выходите.
Благовоние нужно все же с собой. Благовоние надо таскать, чтобы поджечь ее от юности. Все, зачитывайте. Мы правильно определили. Рахмар. Бабок мало дается, то есть. Ребята, у меня $192, можно что угодно купить. Купите эту хуйню, не жжет. Эта хуйня вроде дешевая. Благовоние, ну, да? Успокоительный, по сути. Подставку для видеокамеры. Она помогает сейчас. С бабок мало. Ой, уровень не хватает. Это? Нет. Кажется. А трипод, да, вот это кажется нам. Алло, отключите, отрубите, да, это, отпустите микро. Да, что еще взять? Вот думал. Этот, надо взять эти, надо взять лайтеры. Лайтеры. Не, ой, лайтеры говорю. Надо две, да, две флешлайтера. Это точно, точно. Соль, благовоние нужно все же зажигать его из зажигалка. Чтобы огонь зажечь, нужно держать зажигалку в руках. Я беру зажигалку. Два благовония. Что еще можно взять? Еще одну фотокамеру можно взять. Фонарик. Фонарики у нас есть. Где отдыхаю, я купил. Все окей. Я взял благовоние и зажигалку. Еще нам надо. Блокнот есть у нас. EMP есть. Может, видеокамеру еще одну? А, за свечку, свечку. Может быть, понадобится. Взял. Ну, в принципе, все есть. Вы зря камеру сразу устанавливаете. Просто чего? Найдите в какой комнате, потом установите. Короче, когда начинает это фото, распятие эту фото прерывает. То есть даже шанс убежать на это. Разве не благовоние? Это время. Разве не благовоние, когда сожигаешь? Когда нужно оставить распятие входа где-нибудь, чтобы мы куда-то подбирали. Пусть один кто-то знает, что сделает. Возьмет видеокамеру, тот проектор и книжку. Окей. Тогда еще одну возьму. Вот их бросать на пол возле призрака. Распятие. Благовоние. А, смотри, если зажечь благовоние возле призрака, он не сможет атаковать вас в течение некоторого времени. Вот. А распятие нужно бросить на себя. То есть у входа, если бросим распятие, по сути, все, да. Густрав, давай, бери контракт. Я не знаю, у нас есть. Да, посчитай, оно блокирует фото, но повышает активность призрака. Всякие вещи. Нет, смотри, тут написано, что благовоние, она не может, призрак не может атаковать, если зажигаешь благовоние на некоторое время. Да, но это будет так сильно, то есть... Да, да. Надо выбирать контракт. Давай другой. А за один бросок два я делаю. Нет, ну как сильно. Немного скучно, короче. А говорю, да, один пусть кто-то возьмет камеру, дотс проектор и фотокнижку. Кто-то с термометром. Книжку, да? Видеокамеру, книжку и дотс проектор. И пусть один кто-то с термометром ищет призрака. Когда найдете, где призрак, сразу установите камеру и так далее. И все, да.
так легче. И заставил со спиритбоксом. Вы сделали хоть что. Что-что? А, кстати, я сейчас отправлю список вопросов, которые можно задавать. Кстати. Я выбрал жесткую карту. Зайдите в Дискорд. Так. Эйман, это вопросы, которые можно задавать. Окей. Ну, смотрите. Но некоторые из них агрессивные. То есть, типа, сами смотрите. Станьте призрака при помощи раз 5. Торл, отожми микрофон. Пожалуйста. Стога. Стога. А микрофон можешь жить, значит? Смотрите, нужно заставить призрака потушить горящую свечу. Становитесь призрака при помощи распятия. Жопа. Сбежать из призрака. Вау. Но я беру фотокамеру. Когда я беру... зажигалку и свечу. Зажигалку установлю. И свечку рядом кину. Ой, вернее, набор. Свечку установлю и зажигалку рядом кину. Я займусь распятием. Окей. Раскинь распятие у входа. Я зажигалку, свечку поставил, зажигалку рядом кину, и потом это, иду за фонариком, и, в принципе, за бахнотом. А я возьму тайвенецко зажигалку. Не, ладно, поехали. Идем? Ниджат не играет, а, все, он вернулся. Да. Там, посвятите меня, я зажигалку поставлю. Свечку штатив. Нет. Ой, пойди. Штатив оставили. Возьми, дай штатив. Свет нет, я посмотрю, где находится. Руки полные. Возьми и с нами пойдем, штатив покажешь. Свет на первом этаже. Идите мимо лестницы. Прямо. Направо. Право. Еще направо. Назад. Нет, направо. Назад. Лестницы направо. Ниджат. Лысый, развернись. Иди прямо. Иди прямо. Прямо. Лево. Еще не останавливай, Ниджат. Еще не останавливай. Ты не знаешь, где он. Левый угол. Правее, Ниджат. Термометр у кого? Так, я свечку поставлю на кухне, на стол. Ага, то у Торула низкий... А, нет, ладно. Свечку на стол поставил на кухне. Свечку на стол поставил. С пятью входа. Сейчас запреду. У нас 1.5 минуты осталось. Еще одну свечку поставлю. Нет, его добро. Еще одну свечку на второй этаж. Это не так работает, Тогру. Ты просто ходи по комнате с этим вообще. Слышно? Нихуя в туалете закаю, чё. Её слышно было? Её слышно было в спиритбоксе. Включи свет. Активность была 4. Ее было слышно в один момент. Она наверху. Ее было слышно в один момент, очень громко. Где? Я взял блокнот. Возьмите спиритбокс. Возьмите 40 FPS. Ты серьезно? Душ включился, ребят. Идем в душ. Сюда. Где вы? Ребят, двоечка. Череп. В туалете двоечка. Компьютер. Где мы запустили? В туалете двоечка, она в туалете. В туалете? Иди в туалет. Нашли на комнату, короче. Туалет где? Туалет где? На первом этаже? Установи камеру тоже. Туалет кого камера? Кого камера? В туалет положите. Туалет на первом этаже? На втором. Иду. Втором куда? Покажи. Налево. Сюда? Активности уже нет. А, окей. А где гитара? Кто-то ёбнул бы гитаре. Я не понял, это была она или нет. Ну, зайди в эту комнату, да, зайди в эту комнату. Где тот спроджект, да, зайди. Вот. Всё. Температура. Она в туалете. Она тут. Да, это понятно, что она в туалете. Бля, не дали ей высунуть, да, сука. Камеру установите. Кого не возьму? Говорит, не дали ей высрать. Ребят, что-то звонит. Это я. Кого видите?
Где камера? Камера, блядь, у кого положите? Дауны. Поставьте туда и этот. Телефон звонит. Вдруг она. Последний. Поздравляю, вас выебали. Я сфоткал ее, я сфоткал. Тройка. Тройка. Сфоткал ее. Она была в тени была. Ну если ты тень сфоткал, то окей. Свет включу. А, тень сфоткал? Ты Dots Projector сфоткал она? Да, 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 походу. Она была прозрачная. А, в принципе, Dots Projector не сфоткал. Она была прозрачная. Она не прозрачная. Она была прозрачная. Если ты в Dots Projector увидел, то она, типа... Да, может, я не знаю, что я увидел. Температуру тоже, только. Температуру тоже. Минусовой не было, минусовой не было, это не доказательство. Там минусовой должна быть? Цена где? Да, она минусовая. Но там 2 градуса было. В Dots Projector была тень. Я не знаю, что это было. Она была прозрачная, просто. Там, где зеленая штука была, Альма? Да, по-моему, да. Да, да. А, все, тогда это отметьте, это отметьте. Это было, это улика. Проверим этот. Кто-то в Spirit Box говорил с ней кто-то в туалете? Я нет. Нужно камеру зад установить туда, чтобы проверить. Имя скажите. Имя найдите. Нужно заставить ее потушить свечу еще. Имя скажите мне. А Джей Корриган. Джей Корриган. Джей Корриган. Почему никто камеру не берет? Джей, Джей. А, Джей, вот Джей. Туда. Нет, это нужно в туалет установить. Туалет Black установить. Джей, Джей, Джей. Туалет, в туалет. Нужно в туалет. Джей, Джей. А, в туалете. Я сейчас приду. Джей, Джей. Может, я должен взять джинсы? Благовоние в дом закину. И соль. Джей, Джей. Туалет рассыплю. Благовоние Джей, надо взять в туалет. Ладно, перед входом. Ничего, это ты? Возьми соль. Что взять? Соль возьми. И рассыпем в туалете. Джей Корриган. Джей Корриган. Я сфоткал ее. В принципе, камера мне больше не нужна. Джей Корриган. Джей Корриган. Джей Корриган. Камеру я оставляю перед входом, если что. Положил Джей, около распятия. Джей, 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 Джей. Джей Корриган. Да. Суй, рассыпешь в туалете. В подвал пойдем. Камеру поднимите на второй этаж, около штатива, положим штатив, иди сюда. Камеру. Какой камеру? Штатив вы плохо поставили, установите камеру прямо в туалет, в туалет прямо установите. Она прошла. Что? Где она? Да, она прошла через соль. Соль. Джейко, Где вы, чуваки? Где она? На втором они, там за призрак. Активности нет. Камеру установите, камеру ему установи. В туалет установи камеру. Ой, тога пидас. Опа, жопа. Джейк. Я думал, все дырлось. Стоит, завали, но... Ой, тога пидас. Джейк. В подвал пойдем. О, она свечу потушила. Она потушила свечу. Она потушилась сама. У кого видеокамера? Вы должны гостор проверить. Давай свечу положим в туалет на второй этаж. Нет, чувак, она не потушила свечу. Здесь нету ачивки. Да нет, она все же сама потушилась. Где распятие? Кстати, на первом этаже. На первом этаже. Распятие. Здесь. А где? Почему? Кого видеокамера? Иди на первый, Сайф, иди на первый. А почему не уходит? Вот. Распятие вот здесь. Бля, кто-то спиздил камеру и не кладет ее никуда. О, кнот? Камеру кто-то спиздил и никуда не кладет. Идите на второй этаж. Сюда идите. У кого она камера? Она в туалете, чуваки, она в туалете. Видеокамера, у кого видеокамера? Не у меня. А фотокамера? А на первом... А, следы, следы. Наступил. Ну это давно она наступила. Активность. Она в этой комнате? Видео. Нет. Она в коридоре. Она в коридоре, ребят. В коридоре? Камера на первом этаже. А вы взяли ее? Она в коридоре, она вот где-то здесь. Отпечатки пальцев, фоткайте. Фоткай. Чатки тоже были? Download. Где сфоткаете? Fingerprints есть. Нужно сбежать от меня, распеть, отпугнуть.
Мы ее сфоткали. Я пойду фоткать. Кто спиздил? Фингерпринт есть, сделай только. Футбол пойдем, идем в футбол. Идем в футбол. Охота. Погнали, погнали. Пар, ребят, пар, на фотке есть пар. Да, да. На фотке? Может, благовоние. Слышите, идем в туалет. Ой, в подвал. Ребят, под наше, описание никто не подходит. Почему? Идем в подвал. У меня было такое, фингерпринт исчезало. То есть, типа, тогда его не засчитал. Фингерпринт это не логика, походу. Алло, меня слышно? Слышно? Давай, давай, давай. О, она потушила свечу. Найс. Вы не слышите? Что за крутификс? Что это значит? Слышу, слышу. Идем в подвал, говорю. Слышите? А зачем в подвал? Прикол. Может, наверху. Может быть, она там. Типа, ушла туда. С ее комнаты. В смысле, может, она там. Мало ли. Вы должны спиритбокс проверяли? Я нет. Блокнот остался в туалете. Эльман, ты уверен, что видел в этом зеленом прожекторе ее тень? Я, вот у меня фотка на фотоаппарате. Видел ее абсолютно точно, я сфоткал. Может, в подвал реально пойдем? Она, ты где, на втором этаже? Я иду в то же место проверять. Блокнот, кстати, я оставил. Может, она записала что-то? Этот придурок опять здесь, да. Она записала блокнот, значит? Она, если не будете отвечать, будет вас тут слишком много. Она говорит только с одним. Тогда иди, останься там. Куда делась наша камера? Если ты должен вопросы задавать, не говорить ее имя. Она не писала ничего в блокноте, зачеркните это. Спаси, где она? Где ты? Отпечатки рук были? Вроде да. Да, у нас, если были отпечатки рук и лазерный проектор, то есть это Банши, Фантом или Горио. Спроси, can we help? Она же не отвечает. Джей Керриган. Если ты ее имя кричишь, ты просто злишь. Она не будет тебе отвечать. Керриган, псих, Корриган. Ребят, вы оставили камеру в абсолютно бесполезном месте. Камера на кухне. Джей Корриган. Да, блядь, видеокамера на кухне. Я забыл, я её поставил. Долбоёб, дебил ёбаный. Я с утра, главное, спрашиваю, у кого камера, кто её свистнул. Идите, забери, поднимите её в толчок. Я тоже спрашивал, я забыл. У меня место для камеры. Джей Корриган. Место для камеры. Джей Корриган. Спаси, думаю. Где камера? Спаси. Джей Корриган. На кухне в углу, на микроволновке. Лысый санити падает. У кого? Активность растет, активность 2. Что делаем? Поднимайтесь наверх, активность 2. А, 10, активность 10, активность 10. Быстро уходите. Уходите быстро. Ты говорю, ну ты кричишь ее имя, ты просто задаешь вопрос. Я дропнул наверх. Алло. Вы больше пугаете, чем она. Вы куда бросили распятие? А, ну вот кого-то убили. Где было распятие в этот момент? Это Грула убили? Меня убили. Сфоткал ее. Возьмите камеру. Скажите им, что камеру взяли. Я сфоткал ее на камеру. Камеру возьмите, я не сфоткал. Она... Да, слышно. Распятие валяется там, где убили Эльмана. У него прям под ногами. Вы установили камеру в толчок? Фак. Ну смотрите. Эльман ранил. Я открою стрим. Смотри стрим. Смотришь стрим? Да, смотрю. Печатки рук были. Лазерный проектор был. А, вот снимки, кстати. Вот она, Рза, вот. Вот она, призрак. Вот здесь, блин, на лестнице. Ее в туалете, да, поймал, то есть? Да. Окей. Вот еще. Вот еще у меня в прошлом смотри, Смотри. Ее рука. Чтобы вот такого тупо крупнорского не было. Вот зачем она зеркало? У меня я одну катку сыграл, но я там увидел отпечаток пальца. Четко.
Я четко увидел отпечаток пальца, но он исчез. Распятие. Ну смотри, отпечатки рук были, проектор был. Записи не было. Это либо эти трое. А не было радиоприемника. Ну распятие, распятие, пожалуйста. МП у нас нету, да? Вы должны проверять призрачный огонек. Но вы камеру не устанавливаете. У нас была... Температура была. Что? Распятие, пожалуйста. Горю. Давай там, собираемся. Я хаю на то упал. Вот и он. Я не помню, что это может быть. Распятием пользоваться. За влажный проектор это что? Это вот я это? Не понял, да. Я сфоткал ее. Она не может быть. Некоторые призраки показываются в лазерном проекторе. Да, ну вот она показалась там. И они прозрачными бывают. Да, да, это она была. Она была прозрачная. Вот именно, вы должны проверить... Это Горю. Может, это Горю. Вы еще должны проверить это, Эльма. Призрачный огонек. Камеру установите. А, я мертвый. Не. Она опять душ включила, чувак, мне страшно. А не уходите, вы все приборы потеряете. Нужен штатив. Только соберут приборы и типа выйдут. Открой дверь, дебил. Она идет. Я кидаю в нее распятие. Увидишь ее, кидай в нее распятие, чел. Нее распятие. У меня в руках распятие. Кидай! Кинул? Нет, не вышло. Нет, умер. Выбегай. Ну это должно быть Горю. Алло, распятие не работает. По-моему, это Горю. Распятие не работало, я прям ей в лицо швырнул распятие. Я прям в лицо ее швырнул. Нет, это не Горю. Или Горю. Ладно, это Горю. Это не Горю. Это не Горю. А не установили камеру? И спиритбокс нормально не говорили. Алла, все Исаев, да, все сделал. Там идиот злит его, только называет его имя. Камеру эту... Уезжай, псих. Вы живы? Кто живой? Исаев, скажи ему, чтобы он уехал. Уходи, Исаев, уезжай. Мы все говорят, что ты уехал, нахуй. Уезжай, блядь. Он сейчас, девочка, дверь закроется сейчас, он сдохнет. Дверь закроется, ты сдохнешь, Сайб, уходи. А если типа дверь захлопнулась, ее снаружи можно открыть? Нет, не получилось. А, да, не получилось, я даже пытался открыть. Уезжай. Просто уходи, Сайб, уезжай просто. Уезжай, скажи, пусть уезжай. Уезжай просто, выбери Горю, выбери. Нет, банш. Банша? Стоп, это либо банша, либо Горю. Банша, Эдман говорит банш. Верно. Сейчас. Пусть уезжает, скажи ему, чтобы дверь закрылась. Уезжай, Эдман. Эй, Сэб, уезжай, что ты делаешь? Уезжай. Псих, она закроется сейчас. Дверь расхлопнутся сейчас, уходи. Все, дверь закрылась. Дверь закрылась. Конченый, да. Можно его забанить? У меня распятие есть. Да, распятие, долбай. Псих. Животное просто. Конченый просто человек. Его тоже убили? О, позор, Исаев, позор. О, сколько можно ему говорить? Баки. Какой призрак, Эдман? Баки какой-то. Исаев, ты конченый. Тебе сказал, раз, ты сдох, слышишь? Да, зачем? Да. Так я не слышал тебя. Позору. Я тебе говорил, Исаев, я тебе несколько раз сказал, что ты пиздишь. Вот, Эльман. Что? Улики этого EMF, Fingerprints и Ghost Orb, пиздец. Но у нас не было радиоприема, то есть ладобира странно. Алло, тут две смешные предсмертные фотки. И в одном и том же месте, да. У двери прижался чувак просто. Фоткал. Опять нет фотки, где она. А так где призрак? Я прям.
Тут есть пара на фотке, вот это интересно. Это благовоние, благовоние, я сажу. А, бля, ёбра. Пиздец, это просто снял катку людям. А вот не проверь, Исаев, ты поставил камеру на кухню, они не смогли проверить гостор. И улик не было. Возможно, они тогда бы заняли. Да, посмотрите. На этот, на стрим зайдите. Ничего, КС. На стрим зайдите, да, сейчас я вам покажу. По традиции. У тебя игра включена. Да, сейчас. Посмотрите. Надеюсь, хванишься в последний бой. Хванишься. Видите? Видите? Игру видите, уроды? Скажите, да? Видно, 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 видно. Смотрите, видел, вот тут начинается. Во-во-во, видели? Я прям в нее кинул. Видели? По-моему, это не так работает. Нужно на пол кинуть, если сейф конченый. Надо кидать. Да, мы кидали, мы проверяли это, оно не работает. Его нужно устанавливаться, мне кажется, вообще. Вообще, да. Пиздец, ловил. А ну, по традиции. Мы заходим. Какой это такой традиции? Установившийся за последние 2-3 раза. Что ладно, у тебя? Я пойду, давайте. Спокойной ночи. Что ж, никакой традиции. Аж заобещал в портал со мной. Вроде. Ну, у нас 5. И тебе надо раз 5. Ого. Плохо. Неплохо. Это было хорошо. Игра слишком сложная, да. Мы везде, да, сегодня совсем поедай, совсем. Совсем. Ну, не настолько. Это, ну, похуй. А вот по не этого. С такой удачей можно и, блядь. Нахуй пойти. Все. Вот мы это.